Спасибо, девушка. Расскажи мне, Дима, какую красоту сейчас увидели. Ты вот с чем сравнил красоту женщины? Ну, с цветком и все это прекрасно. С цветком? Ну да. Ну, у тебя, думаю, еще есть время подучиться комплиментам. А вот знаешь, арабские мужчины сравнивают женщину со стеклом. Почему? Что красивого в стекле? Они говорят так, что за стеклом нужен особенный уход. Одно неловкое движение, и оно разобьется. Неправильный уход, и оно будет мутное, и в него ничего не будет видно. Поэтому, чтобы женщина сияла, как стекло, нужно быть с ней особенно внимательным и ухаживать за ней. Правда красиво? Да, мне понравилось это сравнение. Ну, я его запомню. Запомни, пожалуйста. А комплименты и аплодисменты гостей из зала для Ларисы Кравченко. Я думаю, она тоже не против такого сравнения. Встречайте, Лариса Кравченко.